в принципе, это замечательное описание 19 века порнухи. Чат притворных чувств. Когда мы думаем, чем же они заменяли слово «секс»? Я проанализировал произведение Гончарова и понял, чем. Как можно сделать стены красиво. Видите? Знаете, если бы в то время были объявления, да, или там Тиндер, там писало: «Я, простодушная нимфа, ищу свои встречи с сатиром». Вот, видите, дом написано. Жил 30 лет. Деревянная водосточная труба. Уникальный раритет, сохранившийся. Вся наша жизнь проходит в трудах, как вот у этих прекрасных существ. Вот вы не поверите, но в двух шагах отсюда находится главная транспортная магистраль Российской империи. Сегодня у нас второй выпуск из серии «Классики без соплей», и в этом мне будет помогать вот этот альбом, о котором я еще скажу пару слов. Да нет, люди пришли в угрюмочную и обломались, что она не работает еще. Да нет. Посмотрите, какая красота. Мы здесь уже ходили когда-то, на самом деле. Но практика показывает, что кое-какие мои маршруты, мягко говоря, стираются в башке, не все это видели и так далее. Это часть маршрута, которая называется «Изнанка Невского». Вот посмотрите, какие прекрасные окна. За этим альбомом я в свое время очень сильно гонялся. И, наконец, я его поймал. Альбом Багганса. Дело в том, что то, что здесь изображено, рисовалось в 1860-е годы в самом начале. Ну, по крайней мере, по мнению искусствоведов, которые этот альбом подготовили. И сегодня мы будем говорить про два оставшихся романа Гончарова. Гончаров у нас человек, создавший ООО. Обыкновенная история, Обломов, обрыв. Про Обломова я рассказывал, когда мы гуляли по Гороховой, а сегодня мы будем говорить преимущественно про обрыв, ну и частично про обыкновенную историю. И будем смотреть на Петербург глазами как самого писателя, так и его героев. Вот эти два дома в его эпоху выглядели вот так вот. Обратите внимание на маркизы, на транспорт, на вот эту арку, которая сейчас отсутствует, ну и на то, что правый флигель потом был достроен одним этажом. Мы с вами идем на пешеходный переход, и я по традиции, естественно, буду цитировать этого великого, безусловно, писателя, потому что я прочел оба эти романа и вычленил оттуда все самое смачное и самое главное, то, как иносказательно можно было описывать различные явления, в том числе, конечно же, куда уж без него, секс, который всегда являлся, является и будет являться главной движущей силой большинства творческих произведений, потому что люди желают других людей, и отсюда рождается та самая страсть, о которой мы с вами тоже будем говорить. Самый главный тезис, который заявлен в этих романах, звучит следующим образом. Все от скуки, все от скуки спасаются, как от чумы. Дело в том, что у дворянского класса, который был обеспечен всем, у него было огромное количество свободного времени и не очень большое желание это время тратить на труд. Ибо какое же ты жалкое лекарство выбрал скуки? Переливать из пустого в порожнее женщины. Каждый день одно и то же. А в картах разве не одно и то же? А вот ты прячешься в них от скуки. Это диалог главного героя романа «Обрыв» Райского с его, ну, как бы, таким напарником Аяном. Райский ищет утешение от скуки в женщинах, а Аянов ищет в картах. При этом вот он ищет утешение в женщинах, но каким образом Гончаров это описывает? Многостраничным, совершенно для нас непонятным. И когда ты читаешь эти книжки, ты думаешь, ну там же все вроде как прилично. Ну то есть откуда такие как бы трагедии? Что случилось? На самом деле, давайте обратимся сначала для ознакомления к роману «Обыкновенная история». Адуев говорит, дядя Адуева говорит своему племяннику Александру Адуеву:
«Знаю я эту святую любовь. В твои лета только увидят локон, башмак, подвязку, дотронуться до руки, так по всему телу и пробежит святая возвышенная любовь. А дай-ка волю, так и того». Вот что того? Вот не сказано, что того, дай-ка волю. Неужели речь идет про какие-то сугубо плотские утехи? То есть, понимаете, это на самом деле присутствует в книжках, но оно там не заявляется, и, конечно же, люди той эпохи, как я уже говорил в предыдущем своем выпуске, читали между строк. Всем понятно, что и того. И вот мы перекидываемся в роман «Обрыв». В Петербурге Райский поступил в юнкера. Юнкера – это, ну, современного говоря, кадет военного училища. И там он пишет, что сначала он бежал в галопе и прочее, прочее, а по вечерам в удалой компании на тройках уносился за город на веселые пикники или брал уроки жизни и любви у столичных русских и нерусских армид, в кавычках, в том волшебном царстве, где гаснет вера в лучший край. Как это красиво описано. Можно ходить к бледям, а можно брать уроки жизни и любви у столичных русских и нерусских армид в том волшебном царстве, где гаснет вера в лучший край. «Где гаснет вера в лучший край» — это цитата из романса. Кто такие армиды и почему они русские, не русские, я сейчас поясню, потому что нам надо будет с вами теперь, наоборот, посмотреть на ту сторону Невского проспекта, где, ну, во-первых, главным акцентированным домом, конечно, является вот этот по проекту Павла Юрьевича Сузора. И здесь мы можем увидеть, как эта часть Невского проспекта опять-таки выглядела в те времена, которые описываются. Вот, ой, выпало. Ой, будем искать улицу Некрасова. Вот, посмотрите. Вот этот вот дом, это вот он. Только другого цвета. А вот какая перспектива была здесь. Двух-трехэтажные дома, как все изменилось. При том, что вот этот дом, это уже вторая половина 19 века, но тем не менее. Блин, выпала бумажка Некрасова, а я теперь ее буду искать. Специально подготовился, чтобы вот это вот все, но что ж поделать. Да, здесь, я уже говорил как-то об этом, прошла частично моя бурная молодость. Господи, какие у меня были флешбеки. Нашел в ВКонтакте альбом под названием «Труба холодная и теплая». Там была фотография Миши, который жил на последнем этаже в коммунальной квартире, где мы зависали капитально. И прямо так сердце ёкнуло, но сегодня мы говорим не об этом. Детство Райкина, да? Ну, как детство? Отрочество. Юношество. Райский был смущен. Молодая женщина, белая шея, свобода в речах и обдавание смелыми взглядами вскипятили воображение мальчика. Вскипятили воображение мальчика, да? Вы смотрите «Плейбой», и ваше воображение кипятится. Она ему казалась какой-то светлой богиней, королевой. Армида вслух, вслух забывший, сказал он, внезапно вспомнив об освобожденном Иерусалиме. Освобожденный Иерусалим – это очень популярный роман той эпохи, в котором рассказывается про то, как, отгадаете, какой город, что с ним делали, да, освобождали Иерусалим. И вот Армида – это была такая волшебница, которая увлекала, завлекала, значит, путников с дороги. Ну и, соответственно, дальше с ними было… Смотри, какая прелесть. Ой, какая прелесть. А давайте их подснимем. Давайте. Девчонки, можно вас подснять? Да, пойдемте под ним. Господина Адуева. А я кия, в аниме не понимал, не бы аниме. А я кия. Мне такой нужен на одного персонажа костюмчик. Где купить? Увлекался рисованием аниме. А костюм? А костюм? Я тоже здесь, да. В интернетах. Я тоже. Да? А расскажите, что это такое? Это у нас популярная одежда 21 века в стиле аниме, в стиле лолита, в стиле... Дикторша на телевидении. Популярная одежда 21-го. Да. Молодежь сейчас очень увлекается этим, да, направлением. Игра Genshin Impact. Это, получается, у нас персонаж Барбара. Она гидродевочка. Да-да-да, монашка. Книжки у меня нету. Так бы я всех тут заколдовала.
О боже, мое сердце и так уже околдовано. Так, да. Вот, подкрадули. Подкрадули вообще огонек. Да. Да. Не кажется ли, ты сама их делала? Да, я сама, конечно, не покупные. Покупные там такие дорогие, по 5000. А это Савита 100 рублей покрасила. Савита 100 рублей покрасила? Какая ты зайка? Как тебя зовут? Меня? Это секрет, я инкогнито. Хорошо, Барбара. Тебя зовут инкогнито. А это что такое? Давай, что такое? Даже не знаю, что такое. Это китайский костюм, потому что персонаж, он у нас представитель китайской культуры. О, я методом логической цепочки я догадался, что если китайский костюм, то персонаж из Китая. Да, персонаж занимается оперой. Да что ты, говорю, я не понимаю. А вы видели этот замечательный отрывок? Хуя! Воши хуя! Конечно. Да? Конечно. Да. Как же еще? Значит, костюм у нас чудесный, прекрасный, поскорее бы его продать. Понятно. Честно. Хорошо. Вы оделись просто так или у вас какая-то экшн-акция? Просто так? Вы гуляете так, да? Да. Ну, понятно. Но я надеюсь, что вы точно так же встретите принцев из области аниме, и у вас будет аниме Love. И все у вас будет замечательно. Тот человек в чате. Да. Все, девчонки, спасибо. До свидания. Девушки, а он мне нужен самому, я его, видите, для... Ну, а в чем я пойду? В платье потом? Если я пойду в платье, то меня привлекут за пропаганду, сама знаешь чего. Я-то что, мне хоть в платье, хоть без платья, но люди-то по-разному на все это реагируют. Ну вот я думаю, что если господин Адуев вот на таких бы... Мы просто будем говорить про ножки сегодня, про маленькие ножки. Они бы тут, конечно, кончались. А мы возвращаемся. Да, так вот, Армида, она завлекала вот этих путников. Ну и, соответственно, там опять-таки шел намек на некие сексуальные и прочие истории. Поэтому Армида — это возвышенное вот такое название, имя девушки, о которой ты мечтаешь. Почему русские не русские армиды? Потому что проститутки, они были как, естественно, из России, так и из окрестных областей, губерний и стран. Самым большим спросом с точки зрения виповости пользовались француженки, конечно же. Дальше шли немки. Немок было очень много, потому что, например, если мы вспомним Гоголя, то там поприще проходя по Мещанской улице, это нынешняя Казанская, он говорит, я не люблю Мещанскую за запах кислой капусты, это царство кислой капусты, и чухонских нимф. Так, а мы как должны были идти? А я что-то сбился с панталыку. А, да, мы должны были сюда идти. Ну, пойдемте. У меня иногда маршруты просто перепутались в башке. Ну, такое бывает. Вот, ну, а русские армиды, это, как правило, просто, ну, либо бывшие крепостные, либо после 61 года уже не крепостные крестьянки. Я поклоняюсь красоте, люблю ее. Он нежно взглянул на портрет, телом и душой. Признаюсь, он комически вздохнул, больше телом. Так он выражает свое отношение к портрету. Опять-таки, представьте, если бы сейчас господин Райский в молодости, да не только в молодости, увидел бы какую-нибудь картинку, с обнаженной, полуобнаженной девушкой. И вот сейчас я вам хочу прочитать достаточно большой пассаж. Это пассаж очень хорошо характеризует вообще стиль Гончарова, который, господи, он так по древу растекается, но это отдельная история. Марина была не то, что хороша, это как вот он описывает сексуальность. А было в ней что-то втягивающее, раздражающее, нельзя назвать, что именно, что привлекало к ней многочисленных поклонников. Не то скользящий быстро по предметам, ни на чем не останавливающий взгляд этих из желто-серых, лукавых и бесстыжих глаз. Не то какая-то нервная дрожь плеч. Вообще слово «дрожь» и «нервная дрожь» она будет еще встречаться. И бедер, и подвижность, игра во всей фигуре, в щеках и в губах, в руках. Легкий, будто летучий шаг, широкое или внезапное все лицо и ряд белых зубов, освещающие улыбку. Как будто к нему вдруг поднесут в темноте фонарь, также внезапно пропадающий и ступающее место слезам, даже когда нужно воплем. Бог знает что. Это только один пассаж. Едем дальше.
только кто с ней говорит, поглядит на нее, а она на него. Даже кто просто встретит ее, тот поворотит со своей дороги и пойдет за ней. Она даже не разделяла, не родила слишком о своем туалете. О своем туалете имеется в виду о своей одежде. Особенно, когда разжаловали ее в чернорабочие. Это речь идет про служанку. Платье на ней было толстое, рукава засученные, шея, руки по локоть грубые от загара и от работы. Но сейчас же за чертой загара начиналась белая мягкая кожа. Сложена она была хорошо. Талия ее без корсета и кринолина тонко и стройно покачивалась над грязной юбкой, когда нанесла по двору, будто летела. Вот, короче, в двух словах все ее хотели. Вот это про Обломова, ой, господи, извините, про Гончарова. Вот он вот все вот так вот, вот. Особенно, конечно, он славился описаниями природы. То есть называли, что у него целые, понимаете, словесные пейзажи на 2-3 страницы. Читаешь, 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 ну я говорю, все, понятно, понятно, дальше, дальше, но нет. И мы с вами вышли на Малую Итальянскую улицу, сейчас это улица Жуковского. Сейчас мы вот здесь привстанем на этом углу и посмотрим вот на эту школу с всевозможными портретами и так далее. А я вам хочу показать, как этот угол выглядел раньше, в эпоху, опять-таки, Гончарова-Обломова. Здесь стоял вот такой дом Путятиных. Видите, он деревянный, на, ну, вообще на Руси это называлось на каменном подклете, на каменном фундаменте. На углу лавка, вообще первый этаж сдается, а потом на втором этаже уже сами квартиры. Торчит бранмауэр дома и маленький еще деревянный домик, вот этот вот, на месте вот, собственно, того дома. Мы с вами идем сейчас дальше. Я вас хочу предупредить, что мы сегодня немножечко, пару-тройку раз нарушим ПДД, но сделаем это максимально аккуратно. Ибо после этого мы еще посмотрим, как выглядели дома, вот куда мы сейчас с вами заходим. Еще раз, смотрите. Вот этот вот дом, да, вот он стоял вот на этом месте. Вот. Мы с вами зайдем ненадолго вот сюда. Это на самом деле часть другого маршрута, который я обязательно проведу, ибо в этом доме... Ах ты, тварь такая, но мы не ищем их и пути, но мы зайдем. Здесь была конспиративная квартира. По такому ходил Райский, Адуев и Обломов. Где жили Савенков, Дора Бриллиант, Прасковья Ивановская и Егор Сазонов, когда они готовили покушение на Вячеслава Константиновича Плеве. Здесь вот есть вот такая современная инсталляцион. Видите, тут золотое сечение. И мне даже скидывали специальные экскурсанты, мы здесь они рассказали, автора этой композиции, Туссини, I do not know, вот они хотели сказать. Да, кстати, по поводу I do not know, вот они хотели сказать, я сейчас практически выразился так, как говорили раньше, просто дворяне, просто они миксовали французскую и русскую речь, да, и мы это будем встречать. И сейчас, поскольку по-французски мало кто говорит, то, чтобы вы понимали, как бы у них это звучало, то, например, сегодня we're going to погулять throughout beautiful city of Санкт-Петербург. И я going to show you some sightseeing. Потому что я хочу, чтобы вы меня love. Вот. Ну, то есть, когда мы сейчас такое слышим, нам, ну, мягко говоря, ухо режет. В то время это было абсолютно нормально. И вот здесь мы разворачиваемся с вами и смотрим уже вот на эту сторону. Вот так вот она выглядела. Вообще одни сараи. Да, одни сараи. Вот видите, и вот характер, вот трехэтажные дома. Я так понимаю, что вот это бывший угловой дом, это дом, который вот этот перестроенный, а это
стояла на месте вот этого дома. Представляете, вот на месте одного дома раньше было раз, два, три, три двора. Сейчас мы опять-таки ненадолго уберем это сюда. Хотя нет, мы достанем, потому что тут же есть еще угол Знаменской и. Мы всех задерживаем. Вот он. Смотрите, тут даже вот в этой книжке здесь очень хорошо сделано. Они показывают вот фотографии. Виден вот этот вот дом вдалеке, который сейчас в сетке. И как это было раньше? Вот смотрите. Перекресток, уток Дальний Бранмауэр. Мужик катит тачку. Огромное количество тачек. Это какой-то двор специальный подсобный. Да? Вот так? Так? Норм? А давай вот так вот сделаем. О! Смотрите. Я специально не подставляю, чтобы в таком живом режиме это было. Вот это? Вся вот эта сторона Малоитальянской до современной улицы Восстания, бывшей Шестилавочной. Так, и я теперь это ненадолго убираю. Ну, до этого она была... А, подождите, это Шестилавочная была Надеждинская, да, да, бывшая Знаменская, извините. Сейчас и такие встрепенулись. Ай-яй-яй, как же так? А мы с вами сюда, по-моему, или дальше мы идем? Сюда. Соответственно, вот представляете, такие пассажи, да, сексуальность. Он прижал ее руки к груди и чувствовал, как у него бьется сердце. Чуя близость чего? Наивного милого ребенка, доброй сестры или молодой рассветшей красоты? Он боялся, станет ли его на то, чтобы наблюдать ее как артисту, а не отдаться по обыкновению легкому впечатлению. Что такое отдаться, мать вашу, легкому впечатлению? Обратите внимание, легкому впечатлению. Вот здесь мой любимый угол. Как можно сделать стены красиво? Видите? Это же, я считаю, замечательно. Ну, вообще, у меня здесь отдельный маршрут. От Хармса до всех остальных ребят. И мы здесь еще с вами прогуляемся, только немножко в другом виде, потому что вот эта система проходных дворов, она и туда, и туда, и туда, и сюда. Это Райский приехал к себе в деревню и наблюдает свою там троюродную, какую-то четвероюродную сестру Марфеньку. Юную девушку, 18-летнюю. Очередной раз петли. То есть вообще, на самом деле, судя по всему, вот это же. Это же когда-то все было настроено, перестроено. Может быть, из даже бывших вот этих вот, то, что я показывал на картинках, как оно все выглядело, да? Там, кстати, есть фотография двора, но мы покажем это в другом месте. Или вот, например, обыкновенная история. Александр Адуев. Александр долго не мог отвести глаз от нее и почувствовал, что по телу его пробежала лихорадочная дрожь. О, Боже. Опять, видите, опять лихорадочная дрожь. А я знаю, что это такое, думал он. Дай волю, оно бы и пошло. Вот и любовь готова, глупо. Дядюшка прав. Это вот тот самый дядюшка, который в самом начале, помните цитату, да? А глядишь, и того. Но одно животное чувство меня не увлечет. Нет, я до этого не унижусь. Что это за такое странное животное чувство? Колокол с церкви Божьей Матери Лурдской по проекту Бенуа звучит. Или опять-таки, вот эротизм той эпохи. Я вот в Обломове подчеркнул, как он любовался ее круглыми плечами. Ой, этими локтями. А вот здесь как раз плечи у нее были белые и круглые, так что Райский находил их не совсем недостойными кисти. Не вот как бы, что обычно, да, в наше время, плечи, ножка. Ну, это просто кормообразующая история, да, миллион раз рассказываю, все сами знаете про эти ножки, как вот Пушкин писал, ах, эти ножки-ножки, и ножка, и ножку бьет, да, все эти балетные и прочие истории. А, как же ты застал уже посылать мне всякое... Ой, просто надо замьютить, и все. Есть просто люди, понимаете, я очень, человек очень добрый, я же никого не баню, и мне иногда просто скидывают такое количество всякой трихомудии, которую, ну вот, да, ладно, это моя
Это мой крест. Обыкновенная история. Там была такая героиня Тафаева, которую Адуев одно время ухлёстывал, а потом она ему надоела. И вот она, 17 лет, но уже с постоянно задумчивым взором, с интересной бледностью, Васёк, ну чё, и как она? Слушай, ну у неё такая бледность интересная, я тебе хочу сказать. В смысле? А я не знаю, ну вот я так прочитал, интересная бледность. С воздушной талией, с маленькой ножкой явилась в салонах на показ свету. Да, опять воздушная талия и маленькая ножка. Маленькая ножка, это все. Кстати, по поводу интересной бледности. Загар, и об этом же вот в описании Марины пишут, да, он что грубый загар – это признак простолюдинки. Аристократка, дворянка, она, конечно, должна быть бледна. Или вот он приходит, Адуев, на берег реки, там они ловят рыбу, и приходит, значит, старик со своей дочерью. Вот это как раз очень хороший вариант бывшего какого-то подсобного хрен пойми что. Ветер по временам отвивал то локон от ее лица, как будто нарочно, чтобы показать Александру прекрасный профиль и белую шею. Опять, видите, это белая шея. То приподнимал шелковистую мантилью и выказывал стройную талию, опять стройная талия, то заигрывал с платьем и открывал маленькую ножку. И дальше он приходит, это уже, это абзац следующий, это уже там через много-много-много страниц. Я просто специально их сгруппировал по темам. Сердце стало биться усиленным тактом, в глазах его мерещилась то талия, то ножка, то локон Лизы, и жизнь опять немного просветлела. Ну, я не думаю, что ему мерещилась только ножка и только талия. Но так уж устроена как бы мужская психика, что вот вуаля. Это еще мы через несколько страниц переносимся. Услужливое воображение, как нарочно рисовал ему портрет Лизы во весь рост. С роскошными плечами, стройной талией, не забыл и ножку. Такое впечатление, что просто копипаст. Но это разные отрывки. В нем зашевелилось странное ощущение. Опять по телу пробежала дрожь, но не добралась до души и замерла. Мне кажется, она не добралась не до души. Она не добралась до... Ну хотя хрен с ним, у мужчин душа, она же понятно в каком месте иногда находится. Вот здесь... Да? Хреновы дома наши любимые, да? Это дом знаменит тем, что здесь сохранилась мемориальная доска, которая была установлена еще при жизни архитектора. Он так метил свои дома. Но вот по Коминскому переулку мы еще пройдем с той стороны, потому что у меня есть маршрут прямо вообще с Литейного, мимо Чехова, и вот наоборот он заканчивается как раз там, где мы примерно начинали, на Жуковского. «Животное!» – бормотал он про себя. «Так вот какая мысль бродит у тебя в уме, а? Обнаженные плечи, бюст, ножка». Вот набор джентльменский, да? Плечи, бюст, ножка. В данном случае бюст уже присутствует. Ну, мы бы сказали сиськи, но мы не классики. «Воспользоваться доверчивостью, неопытностью, обмануть». Ну, хорошо, обмануть. А там что? Та же скука, да еще может быть угрызение совести. А из чего? Нет, не допущу себя, не доведу. И ее, ой, я тверд, чувствую себе довольно чистоты души благородства. Я не паду во прах, я не увлеку ее. Что значит обмануть? Ну, типа, я возьму у тебя 10 рублей, не отдам? Или что он имеет в виду? Да? То есть опять вот это вот иносказание, которое постоянно присутствует в этих книжках, приходится тебе домыслить. Потому что на самом деле, когда ты школьником, допустим, читаешь это произведение, ты не совсем понимаешь вообще, о чем идет речь. Ну, обмануть, а что ж такого-то? Ну, это прям не трагедия, за обман можно извиниться в конце концов. Но здесь идет речь немножечко о другом. Это Озерный переулок, там вдалеке видна больница. И я вам хочу показать, как этот Озерный переулок выглядел раньше. Вот, вуаля, посмотрите. Это то ли строительные леса какие-то, то ли... Вот. Спокойно. Да. Вот с этой стороны, видите, дом. Это вот весь этот Озерный переулок. Я бы запарковался, да. Там, чтобы быть в парковочной зоне. А, хорошо, ладно. Ну вот, можно же нормально выйти, спокойно сказать, мы отошли, без вопросов. И больницы еще нет. Да?
мостки деревянные проложены вот с этой стороны плиты. Вот чем ценны вот эти вот рисунки, так это вот этим. Едем дальше. Спасибо. Давайте мы... им просто платят за каждую разданную листовку, поэтому... Ну, в смысле, не за каждую разданную, в смысле, она должна раздать все листовки, иначе не заплатят, поэтому... Надо иногда людям и так помогать. Так. Все это ребячество. Марфенька. Это уже райски наставляет свою молодую сестрицу, которая вообще там, такими широко раскрытыми глазами на нее смотрит. Цветы, песенки, а ты уже взрослая девушка. Он бросил беглый взгляд на ее плечи и бюст. То есть иногда Гончаров проговаривается. Он почему на ее плечи бросил? Потому что плечи очень часто были оголены. Ну, мода была такая, да? Или чуть-чуть торчали из-под платьица. А мы с вами подошли вот как раз к Некрасово, это та самая бассейна, которая у меня была заложена, и я потерял эту закладку, поэтому сейчас мне придется немножечко... А вот, бассейна от Знаменской к Лиговскому каналу. Вот этот вот дом, причем, смотрите, он здесь еще не отреставрированный. Да? Причем, видите, мы видим историю, был Комус, а теперь там Росал. А вот, давай в... В тень. Да что ж такое-то, блин? Это литейный упал. А вот как это выглядело раньше, прикиньте. Дымят, да, дымят. И вот это пески, классические пески, которые начинаются в ту сторону. Та часть города, которая была заселена не очень богатой публикой. Но, собственно, когда мы Петербург для себя представляем, вот той эпохи, это Петербург Гончарова, это Петербург Некрасова, это Петербург, в принципе, Достоевского, но не Пушкина уже, да, Петербург, естественно, Гончарова, то нам нужно представлять именно такой Петербург, а не тот, который мы сейчас видим, потому что вот это Исидоровские дома, да, допустим, это уже 80-е годы 19 века, это прямо самый пик эклектики, дорого-богато. В то время еще так не строили. Дальше. Когда мы думаем, чем же они заменяли слово «секс», я проанализировал произведение Гончарова и понял, чем. Словом «страсть». Это не значит, что, конечно, каждый раз, когда вы встречаете страсть, нужно заменять автоматически на «секс». Я каждый раз поражаюсь вот, на этих людей, которые газуют, проезжают 25 метров и встают возле следующего светофора. Она слишком мила, тепла, нежна. Прикосновение ее греет, жжет, шевелит нервы. Он же приходится ей братом в третьем колене. А, ну то есть третьеюродная сестра. То есть не брат, а близость такой сестры опасна. Чем же, извините, опасна близость такой сестры? А между тем он поддавался неге, ее ласк. И ответ на его ласки были не ласки брата, а нежнее. В поцелуй прокрадывался какой-то страстный змей. То есть он ее целовал, и целовал уже не просто так. Это мы куда вышли, а это Басков переулок, это мы еще идем дальше. Улица Вовы Путина. Ну, у меня, в принципе, есть отдельный маршрут, где я показываю и дом, где он жил, и школу, где он учился. Марфенька что-то говорит, рассеянно играя бородой Райского и не подозревая, что пальцы ее, как змеи, ползали по его нервам, поднимали в нем тревогу, зажигали огонь в крови, туманили рассудок. Он пьянел с каждым движением пальцев. Короче, когда вы кого-то хотите, вы подходите и говорите: Аня, Маша, Наташа, понимаешь, ты поднимаешь во мне тревогу, ты зажигаешь огонь в крови, от тебя у меня туманится рассудок, я пьянею с каждым движением твоих пальцев, только ты, пожалуйста, эти пальцы вам, на мне пошевели где-нибудь. Кстати, про бороду. Дело в том, что обрыв писался 20 лет
Но заканчивался он уже в постреформенную эпоху, когда Александр II, Александр II, он реабилитировал бороду. И Райский приезжает в деревню, где еще живут по старым заветам. И он-то уже как бы такой прогрессивный, и потому что если вы посмотрите на фотографии всех революционеров, писателей и так далее, они все с бородами. Все с бородами, они тут же бросились отпускать бороду. «Обрейте бороду, — сказала бабушка, — вы будете еще лучше». Кто это выдумал такую нелепую моду бороды носить? У мужиков переняли. Уже в Петербурге все с бородами ходят? У вас-то там в этих, в пиндовских, гейропских столицах. Дальше она, это уже следующий абзац. «Вы обреетесь, да? А то Нил Андреевич увидит, рассердится». Нил Андреевич — это такой старый тоже пердун деревенский, которого, кстати, потом поставили на место. Он терпеть не может бороды, говорит, что только революционеры носят ее. Но отчасти Нил Андреевич был прав, но не только революционеры ее носили, а и разные другие люди. Так, вот в этом дворе даже я не был. Мы просто хотели дальше по Метаскому пройти, по переулку. А тут прямо все, что мы любим. Наслоение, все на свете, наши любимые контрфорсы и так далее. С бородой понятно, да? То есть новая мода, которая не принимается ни бабушкой, ни всеми остальными. Дрожь страсти вдруг охватила его. Он чувствовал, что колени его готовы склониться, и голос пел внутри: «Да, раб, повелевай». Это сцена, где его сестра Вера пытается, соответственно, ему сказать, что типа, ну, братец, уезжайте, а то вы ведете себя как раб. И он говорит: «Брат, я раб твой, повелевал». Опять, смотрите, дрожь, страсть. Страсть, дрожь, дрожь, страсть. И все в таких вот прекрасных... Ой, вот смотри, а это прямо такой наискось. Какая прелесть. Красота. Так, мне надо будет скоро парковочку оплатить будет. Страсть прекрасна. Она кладет на всю жизнь долгий след. И этот след люди называют счастьем. Кто это проповедовал? Это сестра его, Вера, выговаривает своему брату, который пытался ее постоянно вот склонять к этому. То есть он ей проповедовал, как она говорит, проповедовал. Он ей рассказывал про страсть, что страсть сопряжена с счастьем. А когда она его, ну, соответственно, отшивает, он, ну, истерику не устраивает, но он, тем не менее, в недоумении. А потом, когда она вроде как дает ему понять, что... Ну, как минимум, не уезжайте. Он пугается. И она ему говорит: кто меня приучил вот этой мысли про страсть и все такое прочее? Вот это мне очень нравится. Дом с такими мощными, видите, гераклами. И здесь вот такая ременная пряжка. Ну, понятное дело, что у греков таких ремней не было. Здесь мы тоже сделаем отдельный маршрут, потому что это очень знаковый адрес в истории народной воли. Здесь была подпольная типография в Саперном переулке. Изначально дом был 10, потом он был переделан в номер 8. Это вот тот дом. К сожалению, потом была проведена реконструкция, и флигель был утрачен, но остался вход в ту квартиру, где была Атата. Но что это за Атата, я расскажу отдельно. «Вы меня учили любить, вы преподавали страсть, вы развивали его, ее». Что значит преподавать страсть? Ну, у них, да, телесных отношений не было, но он ей как бы задвигал определенные как бы теории. Да? Есть замечательный фильм с Джоном Малковичем и Умой Турман «Опасные связи». Надо, кстати, его пересмотреть. Но там вот прямо телесно, да, то есть он приезжает для того, чтобы ее сексуально воспитать, прежде чем она пойдет дальше по любовной лестнице. А он отвечает: «Вера кошка, Вера тряпка, слабонервная, слабосильная, из тех падших, жалких натур, которых поражает пошлая чувственная страсть обыкновению какому-нибудь здоровому хаму». Что произошло? В двух словах. Вообще, ну, суть романа, конкретно обрыв, заключается в том, что это Вера кошка, Вера падшая, она, несмотря на свою религиозную экзальтацию и все такое прочее, она полюбила
довольно карикатурного персонажа по фамилии Волохов, Марк Волохов, такой, знаете, недореволюционер. И она им отдалась. Но то, что она им отдалась, не сказано. Ну, то есть, как бы там, понимаете, вот они встречались, а потом вдруг обрыв, она с него как бы упала, и там все, и там началось, боже, там бабушка ее ходила по полям, вся, значит, разодранная, потому что, ну вот, как бы, боже, это тоже мой грех. Райский был в шоке, и т.д., и т.п., и т.д., и т.п. Но о том, что конкретно произошло, не сказано ни слова. И только по слову «падшая» мы можем догадаться, что случилось. И смотрите, как точно описана иногда женская психология. Есть такие, знаете, мемы типа «О, безработный наркоман, мой мужик». Ну, я имею в виду всякие интерпретации, да, вот эти бабские мемчики. Чувственная страсть обыкновенно к какому-нибудь здоровому хаму. То есть любой зла, полюбишь и козла. Мы идем с вами вот через эти человейники. Дальше целая тема, посвященная разврату. Вот когда мы говорим «разврат», вообще мы говорим в наше время «разврат»? Нет, не говорим. Да? Целые века проходят, целые поколения идут, утопая в смуте нравственного и физического разврата. И никто, никто не останавливает этого мутного потока слепо-распутной жизни. Разврат выработал себе свои обычаи, почти принципы, и царствует в людском обществе среди хаоса, понятий и страстей, среди анархии нравов. Прости, мать, в этой анархии нравов я должен пойти и окунуться в разврат. Вы вообще цепляете себе, ну, вот эти прекрасные, красивые фразы, будете потом щеголять ими. Анархия нравов и прочее, прочее. Мужчины, одни среди дел и забот, по лени, по грубости, часто бросая теплый огонь, тихие симпатии семьи, бросаются в этот мир всегда готовых романов и драм, как в игорный дом, чтобы осмелеть в чаду притворных, чад притворных чувств. В принципе, это замечательное описание 19 века порнухи. Чат притворных чувств. И дорого купленные неги. Извините, а сколько у вас в час ваша нега стоит? Дорого. А можно негу подешевле? Со скидочки. Нега со скидочки продается у вас? Других молодости пыл влекут туда, в царство поддельной любви. Опять, видите, это поддельная любовь, да? Со всей утонченной ее игрой, как гастронома влечет от домашнего простого обеда изысканный обед искусственного повара. Ну, короче, жена надоела, пойду к проститутке. Нет, так он не напишет. Там царствует бесконечно разнообразный расчет. Расчет роскоши, расчет честолюбия, расчет зависти, редко самолюбие, никогда сердце, то есть чувство. Красавицы приносят все жертву расчету, самую страсть. Если постигает их страсть, даже темперамент, когда потребует того роль, всегда положение. Страсть, темперамент, вот это вот все, да? Жертва общественного темперамента. Я помню такую главу в книге Михневича «Явзы Петербурга». А он назвал таким образом как раз то, что посвящено проституции. Но! Описывая высокопоставленных, извиняюсь, блядей, Гончаров пишет, они не жертвы общественного темперамента. О, бинго, видите, сам того не подозревая. То есть, видите, какие расхожие клише, которые вот тогда употреблялись, а сейчас нет. Жертвы общественного темперамента. Как те несчастные создания, которые за кусок хлеба, за одежду, за обувь и кровь служат животному голоду. То есть, когда вы кого-то хотите вы, это животный голод. Нет, там жрицы сильных, хотя искусственных страстей. Опять, видите, сильных, хотя искусственных страстей. Наигранный секс. Тонкие актрисы играют в любовь и жизнь, как игрок в карты. Вуаля. У жрицы этого культа, у матери наслаждений, нет в виду, как у истинного игрока по страсти выиграть фортуну и кончить, оставив все успокоиться, жить другой жизнью. Ну, вуаля. Значит, следующее еще такое понятие – это чат. Райский вернулся домой в чаду, когда он уже пребывал, пытаясь до этого соблазнить свою очередную кузину Софью. Здесь мы с вами сейчас перейдем улицу и буквально прервемся, потому что, во-первых, нам, я думаю, пришло время сменить батарейку, а во-вторых, мне надо заплатить за парковку. Вот я предлагаю остановиться в теньке. И
и прерваться. Тем временем я вспомнил, что две картинки я вам не показал, ну что ж поделать, зато вот про такую, очень-очень, смотрите, Спасская улица, это бывшая Рылеева, это бывшая Спасская, все, Павлик уже поплыл, да? Ну, у меня сегодня, в принципе, уже была экскурсия, на самом деле. Вот, виден ее конец, и здесь очень интересно, да ёк-макалёк, здесь привлекает наше внимание, помимо деревянных построек и всего остального, вот эта тройка, на которой они так любили гонять зимой. Улицы зимой старались не убирать от снега. А что вот это вот такое стоит, как вы думаете, похожее на наковальню? Это снеготаялка. Сюда дворники сгребали, сбрасывали снег, он таял, и по идее он должен был выходить в канализацию, но частенько он не выходил. И вот дымят трубы, которые топятся дровами. И еще обратите внимание на огромное количество таких козырьков, большинство из которых сейчас вообще, в принципе, отсутствует. Вот, сказал Павлик Кот. Правда, гениальное стихотворение? Это же, я считаю, просто, это разрыв, это новое слово в поэзии. Мы тем временем идем вот сюда. Перед тем, как отправиться в деревню, Райский очень сильно раскручивал свою кузину Софью. На лице у нее он успел прочесть первые робкие лучи жизни, мимолетные проблески нетерпения, потом тревоги, страх и, наконец, добился вызвать какое-то волнение, может быть, бессознательную жажду любви. Детка, я вызываю у тебя бессознательную жажду любви. Да, при том, что Софья – это на самом деле молодая вдова, то есть она уже познала эту любовь и жажду и все остальное, и страсть, и негу, и дрожь в коленках во всех остальных членах и так далее. Он бросил сомнения в нее, вопросы, может быть, сожаления о даром потерянном прошлом. Словом, взволновал ее. Ему снилась в перспективе страсть. Драма превращения статуи в женщину. Ему снилась в перспективе страсть. Интересно, страсть была сопряжена с полюциями ночными, когда она ему снилась, или нет? Вот этому страсть не снится, он просто, да, ты просто приходишь и берешь киску, так ее, хань, зубами за шкирятник, и она такая, мяу, ну и все, у них очень быстро это происходит, котики-минутки. И вот, соответственно, когда вы читаете «Обрыв», да, роман, если воспринимать слова буквально, ну, там, страсть, там, любовь, ты думаешь, ну, окей, вот они-то что-то ходили, у них страсть и так далее, но вот этого не было. Однако. Вы хотите принудить себя уважать меня? Вы добры, великодушны, вам жаль бедную, падшую женщину, и вы хотите поднять ее. Это Вера, там еще был такой Тушин, очень благородный персонаж, который вот приехал и говорит, Вера, не помню, как ее, Александровна, Васильевна, да, в общем, я готов вас принять даже такую. И она, совершенно пораженная его вот таким поступком, я просто офигевая вот от этого. Вот это я вообще в первый раз такое встречаю. Идет лестница, видите? По ней, в принципе, можно подняться, да, мимо окон. На самый верх. Привет, Нью-Йорк. И здесь тоже, видите? Лестница. Вот в такую прекрасную Нарнию. Волохов, после того, как он уронил Веру, будем выражаться на ее язык, на их языках, он воспылал страстью, и он пишет ей, Вера, убедись, что, обрати внимание, что они уже на «ты». Ну, потому что, чего уж тут, после того, как она упала. Убедись, что вся наша борьба, все наши нескончаемые споры были только маской страсти. Маска слетела, и нам спорить больше не о чем. Как это интересно описано, да? Все это маска страсти. А вот маска слетела, и вуаля. То есть, если вы кого-то соблазните, вы просто маску страсти с нее снимете.
Я отныне не трогаю твоих убеждений. Не они нужны нам, на очереди страсть. У нее свои законы, она смеется над твоими убеждениями, посмеется со временем и над бесконечной любовью. Она же теперь пересиливает и меня, мои планы. Я покоряюсь ей, покорись и ты. Ну вот опять-таки, как бы, ну хорошо, она покорилась страсти, но как бы... Одна, но пламенная страсть. Но ведь понятно, чему она покорилась в итоге. И это просто фраза, которую я отдельно выписал, от чего ей надо было излечиться, от дымящейся еще язвы страсти от горького разочарования. То есть она поняла, что она пала, пала низко, пала глубоко, и вот эта язва страсти в ней еще дымится. Нега. Нега страсти стукнулась к ней в душу. Это, вот понимаете, это я все вам выписывал специально из... Для вас это все такой спрессованный, да, кусок, а это все распространено по тексту. Или дальше. Страсти мешают жить. Труд. Вот одно лекарство от пустоты. Дело, сказал Аянов. Это самое начало романа. Аянов беседует с Райским, что страсти мешают жить. Райский остановился Аянов. Ядовито улыбнулся и спросил. Какое дело? Скажи, пожалуйста, это любопытно. Как какое? Служи. Служи – это вот единственное дело, которое он ему предлагает. То есть это как бы эрзац труда. Он не предлагает – иди пахай землю. Он не предлагает – иди, не знаю, забор ставь у себя в имении. Нет, иди служи. Вот это, кстати, новая история. Мы тут гуляли недавно, и этого еще не было. Ну, потому что мы сейчас будем проходить мимо сейчас крайне популярного музея «Полторы комнаты». И здесь он совсем юн. Более взрослый и совсем пожилой. Опять про ножку, да? «Что же вы молчите? Скажите что-нибудь», — продолжала она, дрыгнув в небесприятности ножкой, спрятав ее под платье. И плутовски взглянув на нее, действует ли? Представляете, как можно было легко мужика завести, да, в то время? То есть просто ножку вот так вот достаешь из-под платья чуть-чуть, и уже вот можно смотреть, действует ли. Там еще был такой приятель его, Козлов, и у него была жена Ульяна Андреевна. И вот эта жена Ульяна Андреевна, она начинает как бы подкатывать к Райскому, очень серьезно. А Райский как бы друг Козлова, а Козлов наоборот говорит, ну ты как бы позаботься как-нибудь о ней, пока я там хожу, преподаю, развлеки ее. Вот здесь одна из самых моих любимых иллюстраций. Смотрите, мы подошли к Преображенскому собору. И здесь мы прекрасно видим ограду с жерловами, с дулами пушек, которые поставлены вниз. И вот посмотрите Манежный переулок. Угадывается эта ограда с этими цепями. И вот как он выглядит. Не то чтобы там двухэтажные, одноэтажные дома. Фонарь. Еще газовый в деревянном доме, да, то есть вот, видите, как все, вот эта сторона, вот по левой стороне. Да, мы, кстати, не показали вам тут вот эти, ехали медведи на велосипеде. Дело в том, что здесь жил Корней Иванович Чуковский, у меня... Семёныч, сняли. А я-то готовлю маршрут очередной про всевозможную литературу, секс-угар русской литературы, часть третья. Видите, здесь висела мемориальная доска, куда-то она делась. И теперь нам о том, что здесь жил Чуковский, напоминает только вот это вот. Да, интересно загуглить, что с ней случилось. Вот, опять-таки, здесь очень хорошо, да, на примере этой картинки видно, как изменилась местность. И в итоге Райский не удерживается и трахает ее. У него начинается рефлексия на эту тему. «Я сделал все, что мог», — твердил он, — «но вышло не то, что нужно», — шепнул он со вздохом. «И с этим «но», и с этим вздохом пришел к себе домой, мало-помалу оправданный в собственных глазах, и к большому удовольствию бабушки весело и с аппетитом пообедал с ней и с Марфенькой». Какой хороший. Попереживал, да, плохо-плохо. Но, опять-таки, не сказано прямым текстом, что он с ней спал, да? То есть Леонтия Райский видел редко и в дом к нему избегал ходить. Леонтий – это Леонтий Козлов, собственно, вот тот самый его друг, муж Ульяны.
Там страстными взглядами и затаённым смехом в неподвижных чертах встречала его внутренне торжествующая Ульяна Андреевна, а его угрызало воспоминание о том, как он великодушно исполнил свой долг. Вот, то есть ты переспал с женой своего друга, ты великодушно исполнил свой долг. Ну, то есть он просил друг занять чем-то жену, вот ты ее занял как мог. Дальше вот иносказательные всевозможные истории, тоже про вот эту вот Ульяну. Ему легче казалось носить тупое, бесплодное, карикатурное, кокетничье, сидеющее калипсо. Там у него была еще такая за 40 лет мадам, которая тоже к нему подкатывала, все ищущего своего телемака, нежели этой простодушной нимфы, ищущей встречи с сатирами. Ну, во-первых, калипсо и телемак, у меня такое ощущение, что здесь намешано два мифа, да, гомеровская Одиссея и другой миф. Ну, я прошу разъяснительную бригаду в студию, может, вы как бы лучше меня скажете, что имел в виду Гончаров. А вот простодушная нимфа, ищущая встречи с сатиром, это просто уже, как знаете, если бы в то время были объявления, да, или там Тиндер, там писало: «Я, простодушная нимфа, ищу свои встречи с сатиром». Ну, что я виноват? Ну, вот такая фразеология, да? Дальше. Было такое понятие «искусство жить». В чем оно выражалось? Описываю, значит, отца одного из героев. «Когда источники иссякли, он изредка, раз в год, иногда два, сделает дорогую шалость, купит бриллианты какой-нибудь Армонс». Армонс – это как раз имя той самой нимфы, только французской, в данном случае не русской. «Экипаж, сервиз, ездит к ней недели три, провожает в театр, делает ей ужины, сзывает молодежь, а потом опять смолкает до следующих денег». Сколько же денег он тратил? «Зимой в 5000 сервиз подарил на вечер». 5000 сервиз. Я вам хочу напомнить, что Обломов снимал квартиру за 1500 в год. А этот 5000 сервиз подарил некой высокопоставленной шлюхе. При этом, выражаясь опять-таки языком той эпохи, толку от нее так и не добился. А просто вот теперь ждет следующих денег, которые свалятся ему с чьих-то крепостных крестьян. Похотин его фамилия. Что делать? Вот это, к примеру, да. «Ce que femme veut, Dieu le veut». «Вчера Le Petit Nini заказала Виктору обед на ферме. Хочу, говорит, подышать свежим воздухом». Вот и я хочу. Вот у них вот такая, да. «Ce que femme veut, Dieu le veut». Все, что хочет женщина, то хочет Бог. «Le Petit Nini» – это вот очередная какая-то, только в данном случае не «Арманс», «Петит» – это маленькая. И вот эти старички, которые дарят по 5000 косарей, по 5000 сервизы, с восторгом припоминали, как граф Борис или Денис проигрывали кучу золота, терзались тем, что сами тратили так мало, жили так мизерно, поучали внимательную молодежь великому искусству жить. Сука! Великое искусство жить – это просто кидать бабки направо и налево, тратить их на высокопоставленных блядей, в то время как крестьяне в поле пашут для того, чтобы ты мог так поступить. И жить до следующих денег, чтобы на следующие деньги купить очередной сервиз, привезти очередной арманс. Да? Сейчас мы переходим улицу. Еще один очень интересный эпизод, в данном случае это роман «Обыкновенная история». Там есть такая Наташа, которую Адуев спас. Каким образом он ее спас? Он знал Наташу в опасную минуту, когда ее неведению и невинности готовились сети. Что же это за такие сети, которые готовились ей? Матери под видом участия и старой дружбы выхлопотал посидевший мнимый друг пенсион. Ну, пенсион, по сравнению, говорю, пенсию. Да, мать у нее была больная. Присылал доктора. Сейчас идем вот сюда. И каждый день приезжал по вечерам узнавать о здоровье отечески горячо целовал дочь. То есть некий старый хер, да, увидев, что семья в опасности, мать с дочерью, мать больна, дочь еще совсем молода, юна и так далее, он ее выхлопал с пансион и целует ее отечески как дочь. Между тем мать медленно умирала той же болезнью, от которой угасала теперь немногими годами пережившая ее дочь. Райский понял все и решился спасти дитя. Спасая искренне горячо от сетей благодетеля,
Открывая глаза и матери, и дочери на значение его благодеяний, он влюбился сам в Наташу. Речь идет, простым языком выражаясь, о растлении малолетних за деньги. Если вы вспомните роман «Идиот» Достоевского, кстати, вот дом Мурузи, где жил, пойдем я покажу, это же дом, на самом деле, на этом месте стоял дом Япончиных в «Идиоте», куда князь Мышкин приезжал. Вот тут вот. Там же этот Томский, он точно так же в молодости развратил Настасью Филипповну, и потом вот они пытаются ее выдать замуж. Собственно, на этом построен весь сюжет. То есть это как, ну, вот, как минимум в двух уже, да, произведениях классиков описывается такая практика, когда старый, как вы помните это слово, селадон, да, этим пользуется. И хрен ты потом что докажешь. То есть, а ну, девушка уже попорченная, то есть ее нормальный, приличный человек замуж не возьмет. Она в глазах общества шлюха. А то, что она стала таковой не по своей воле, не по своей вине, да, а просто в силу, как тогда, в силу общественного темперамента, страстей, бушующей крови, затмения рассудка, дрожи, которая пробегает у тебя до самого сердца, и вот, вот, вот так вот, да? Да. Еще мне во всех этих произведениях очень нравится, как они описывают некие свои проблемы. Одной из главных проблем со здоровьем в то время был геморрой, потому что они вели, естественно, сидячий образ жизни, много жрали, мало двигались. Я об этом рассказывал уже и в Обломове, и приводя в пример, что было такое понятие «моцион», да? «Motion», «motion» — «двигаться». Аянов говорит, я теперь выбрал подобрее эскулапа, ну, то есть доктора. Тот хочет летом кислым молоком лечить меня, у меня ведь закрытый, это имеется, закрытый геморрой. То есть он спокойно об этом рассказывает, как абсолютно, ну, обыденная вещь. И уже под конец романа Аянов пишет письмо ему. Поздравь меня, геморрой наконец у меня открылся. Мы с доктором так обрадовались, что бросились друг другу в объятия. И чуть не зарыдали оба. Понимаешь ли ты важность этого исхода? На воды ехать не надо. И он, доктор говорит, вам надо ехать на воды в Германию. В основном, в Баден-Баден, да. А тот не хочет. И вот теперь геморрой открылся, на воды ехать не надо. Когда-то давным-давно в своей проходке по дворам Литейной, где вот мы сейчас частично идем, я показывал вот этот элемент, элемент из эпохи Гончарова. Деревянная водосточная труба, уникальный раритет, сохранившийся в нашем городе. Да, каким-то образом вообще чудным, дивным, удивительно, как его, как он вообще уцелел, этот реликт. Деревянными были, напоминаю, не только водосточные трубы, были деревянные трубы канализационные, например, народовольцы. 580-60 раз расскажу, что когда делали подкоп на Малой Садовой, чтобы заложить бомбу, они сначала столкнулись с тонкой металлической трубой, а потом шла большая деревянная труба, которую они простучали, поняли, что они заполнены наполовину, и просверлили ее. И оттуда донеслось то, что вот то, что как здесь сейчас пахнет, это прямо это духи по сравнению с тем, что нюхали тогда эти ребята. А мы вышли на Маховую, где будем с вами финишировать. Почему? Потому что мы начинали с Невского проспекта, где в доме, по-моему, 59 жил Гончаров. Но я об этом там не сказал, скажу позже. А заканчивать будем у того дома, где, собственно, он прожил последние годы жизни, где он умер. Мебель, вот мне тоже понравилось описание, подле тяжелого буля, буль — это шард, стояла откидная кушетка от Гамса. Помните стулья, чьей фирмы искали герои Ильфа и Петрова? Высокий готический камин прикрывался ширмами с картинами фоблазовских нравов. Вот тут без 5 литров не разобраться. Во-первых, готический, вспоминаем, да, помните, в Обломове я говорил, что это эпоха мода на готику, да, готики. Началась она с 30-х годов, ее ввел аж Николай I, заказав там и ферму, и часовню в Петергофе, и, в общем,
Это такой исход этой моды. А Фаблас – это герой одного из французских романов. Ну и под конец, вот, собственно, то, за счет чего они все жили-то, да? Райский, пытаясь соблазнить вот эту свою Софью, кузину, и понимая, что она просто вот живет и ничего, как ему кажется, не понимает, он ей говорит: «Вам выдает управляющий, да? Вы выслушиваете наставления и потом тратите деньги. А если вы знали, что там в зной жнет беременная баба?» «Кузен!» «Куза» — это кузен. С ужасом попробовала она остановить его, но это было нелегко. Райский входил в пафос. «Да, а ребятишек бросила дома. Они ползают с курами, поросятами. А если нет какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь их каждую минуту висит на волоске. То злой собаки, от злой собаки, от проезжей телеги, от дождевой лужи. А муж ее бьется тут же в бороздах на пашне или тянется с обозом в трескучий мороз, чтобы добыть хлеба. Буквально хлеба. Утолить голод с семьей и, между прочим, нести в контору 5 или 10 тысяч рублей, которые потом приносят вам на подносе. Вы этого не знаете, вам дела нет, говорите вы». И она такая в полном шоке, говорит: «Ну, хорошо, чем же я виноват и что я могу сделать?» – тихо спросила она, без иронии. И он ей ответил, ну, я очень сокращаю то, что он говорит, потому что если я буду цитировать полностью, мы тут умрем. «Я не проповедую коммунизма, кузина, будьте покойны, я только отвечаю на ваш вопрос, что делать, и хочу доказать, что никто не имеет права не знать жизни». А еще лучше, наверное, не знать великого искусства жить, да? Помните, как, в чем оно выражается? «Научить, что делать, я тоже не могу, не умею. Другие научат. Мне хотелось бы разбудить вас. Вы спите, а не живете». Ну, разбудить, чтобы у нее проснулся какой-то сексуальный интерес к нему на самом деле. «А вы сами, куза», она спрашивает, «что делаете с этими несчастными? Ведь у вас тоже и мужики, и эти бабы?» С любопытством спросила она. «Мало делаю. Или почти ничего, к стыду моему. Или тех, кто меня воспитывал. Я давно вышел из опеки, а управляет все тот же опекун, и я не знаю как». Вспоминаем Обломова. Обломов вообще без понятия, что там происходит в его деревне, как эти деньги зарабатываются. Там его этот управляющий накалывает, если бы не Штольц, то Обломов бы просто так и умер бы в долгах, как в шелках. «Но кроме того, я выбрал себе дело». Какое же дело выбрал себе Райский? Может быть, пойти работать? «Я люблю искусство и немного занимаюсь живописью, музыкой, пишу», – досказал он тихо и смотрел на конец своего сапога. Вот такое дело. Сейчас бы ему в блогеры податься. Самое то. Понимаете, и дальше я этот абзац не выписал, но дальше он сидит у себя там в имении, и точно так же он наблюдает, там прямо описывается, как мужик пашет, как беременная, та самая беременная баба в жаре, умотавшись, значит, там посреди снопов что-то делает, а он сидит и любуется этой пасторальной картиной. Вот, видите, дом написано, жил 30 лет. И скончался в 1891 году Иван Александрович Гончаров. Он пережил Достоевского, он пережил Тургенева, он пережил Некрасова. И надо сказать, что роман «Обрыв» был плохо принят рядом критиков. Самое главное, там был очень большой замес по поводу, как он считал, плагиата. Тургенев украл у него сюжет. Для романа, прежде всего, «Дворянское гнездо» и «Немного накануне». Из-за этого Тургенев даже какие-то части своего романа выкинул. И это Гончарова очень сильно расстраивало. То, что он жил 30 лет, это застрелиться и не встать, потому что обычно люди переезжали с места на место. Здесь, кстати, видите герб владельцев этого дома? Надо, ну, вы, наверное, не видите, я сфотографирую, подставлю. Потому что там мы можем увидеть... С левой стороны фашину с топором, шестиконечную звезду, крыло, вот эту просечную шапку рыцарскую, колосья и желудь. Гончаров смотрел на самом деле из своей квартиры не в основном сюда, а во флигель. Он писал, что у него вьется дикий виноград по стенам, вот этот знаменитый петербургский виноград. И здесь у него на самом деле изначально стоял низкий флигель. И мы можем видеть
где он заканчивался? Вот по тому карнизу. То есть здесь стояли конюшенные сараи. Вот они, да? Гончаров, соответственно, видел небо. А потом этот флигель, ну, я думаю, конечно, его надстроили сначала не на столько этажей, а потом еще и на столько. Вот это его очень сильно опечалило, потому что свет перестал проникать в его квартиру. Ну, естественно, она была не за стеклопакетами, как вы понимаете. Вот. И, безусловно, не нужно искать, еще раз повторяюсь, в его героев абсолютно стопроцентное соответствие автору. Но автор, конечно же, какую-то свою рефлексию в романах изображает. Любой, в принципе. Просто вопрос в том, как он это грамотно перекладывает на героев, как он распределяет, ну, такую нагрузку характера. Потому что я вам, как автор, могу сказать, можно расщепить это все на героев, естественно, там масса всего придумав, скомпоновав и вылепив очень интересные образы, интересные персонажи. И закончить там определенные моменты я хочу в другой раз, когда мы будем говорить про Тургенева. Но подводя итог всему вышесказанному. Вот смотрите, если разложить его произведение сюжетно, о чем там идет речь. Кстати, дом этот тут когда-то реставрировали, он прям стал вообще прекрасным и великолепным во всех отношениях. Это вот такая, знаете, прямо очень показательная эклектика той эпохи, двухэтажная, не надстроенная. Обратите внимание, помните очень высокий флигель, да? Потому что еще, ну, сначала существовал один высотный регламент, это... Ай, я ж не показал картинку Литейного проспекта. Черт! Задумался, ну что ж поделать. Потом, наверное, покажу. Давайте только не здесь пойдем, а вот здесь. Райский герой обрыва постоянно докапывается до разных женщин. То он до Софьи, то до одной своей сестры Марфеньки, то до другой своей сестры Веры. Воспитывает, пытается воспитывать в них страсть. Да? Все это от скуки, потому что это главный бич. В итоге ни там, ни там, ни там, ни там он не преуспевает в своих воспитаниях. Вера – это несчастная. Ну, господи, ну хорошо, ну вот ты встретила мужика, ну ты с ним переспала. Ну бывает, что ты молодая, ты его полюбила. Но мужик этот типа поднадзорный. Ну, в смысле, не типа, он поднадзорный, он такой образчик некого революционера. Ну, подумаешь. Но все, понимаете, жизнь у нее закончена. И она начинает думать о том, чтобы вообще уйти в монастырь. И, собственно, именно поэтому-то как бы и была выставлена претензия Тургеневу, что у него там Лиза тоже уходит в монастырь. Но это мы уже забегаем вперед. Там она полюбила Лаврецкого, в котором, кстати, тоже очень много черт с ними пока от Тургенева. Ой, не от Тургенева, ну да, от Тургенева. Ну ты ж, ну что такого? Ну бывает. Ну нет, все, конец, трагедия, тра-та-та, ба-ба-ба. И думаю, ну что за идиотия? При этом, заметьте, да, легкое увлечение, поддастся легкому увлечению. И того, все эти как бы нимфы, армиды, арманцы и прочее, 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 все эти, блин, дрожания, там, животные чувства и так далее. То есть на самом деле, если разобрать это вот по костям и прописать все нормальным языком, то получится, что ты ходишь вот к женщинам с низкой социальной ответственностью, ты волочишься за высокопоставленными блядями, ты смотришь на каких-то там девушек, ну, понятно, что тебя волнует не только узкая талия, белые плечи, там, покатые шеи и прочее, ну, и все остальное, и, конечно же, ты по ночам тю-тю-тю-тю-тю-тю, ну, а что делать, да, но про это ни слова. И в итоге у нас создается впечатление, что действительно вот это был вот, понимаете, сверхлюди какие-то. Я не к тому, что нужно этих сверхлюдей окунать лицом в грязь, просто очень хочется, понимаете, чтобы, ну, читать про людей,
не про хрен пойми что, потому что ты вот как бы, когда я еще раз говорю, ты молод, ты думаешь, ну там, ну страсть, любовь там, и, а в чем проблема-то? А оказывается, вот они там вот этим тю-тю-тю занимались, но об этом ни слова. Вуаля, значит, я по традиции хочу напомнить вам, что у меня есть, естественно, книжечки, вот с чего я хотел начать, но не начал, вот с этого, да? Обломов на Невском. Видите, 51-й дом. Это дом, который стоял чуть правее, ближе к Владимирскому проспекту. И процитирую, извините, уж самого себя. Мы знаем термин «обломовщина», но ведь у Гончарова было еще одно понятие – «петербургская обломовщина». В диалоге между Обломовым и Штольцем как раз наглядно показано столкновение двух жизненных концепций. И тут вот приводится отрывок, где Штольц называет это «петербургской обломовщиной». И, возможно, эта петербургская обломовщина родилась как раз в доме 51, а не в этом доме, потому что Обломова Гончаров писал еще в тот момент. А «Обрыв» — это его последний роман. Вот, видите, какой универсальный путеводитель. Не обязательно прямо гулять по Невскому. Не Гончаров я, но тоже написал прекрасный роман под названием «Корень». Конец 90-х, начало нулевых годов. Боюсь пересчитывать. Тут и некоторые свои ролики боюсь пересматривать. Иногда всплывают мне какие-то вопросы, я исключаю, думаю, боже, какая актуалочка, да? Хотя написано или снято много лет назад. Ну а это вообще просто турбоактуалочка. Хотя здесь про события, извините меня, больше, чем столетней давности, но про все пиар-технологии. Вот видите, Россия exposed to the world's contempt. Все показывают на Россию, какая она ужасная и прочее, да, и тут весь цивилизованный мир. А тут spirit of civilization, да, то есть вот цивилизация, Российская империя, Советский Союз, абсолютно такая же херня, сейчас все тоже абсолютно самое. Ничто не меняется, ничто не ново под луной. Их можно купить как у меня на сайте, так и после экскурсии. В этом случае их подписываю. Вот видите, сегодня раскупили все, одна вот осталась, но еще будет. Также напоминаю вам, что экскурсии идут, конечно же, по выходным. Раз в месяц я заезжаю в Москву. И, конечно же, следующий заезд в Москву будет 1 июля, когда у нас будет концерт. А 30 июня он будет в Петербурге. Значит, анонсы есть там внизу. Там же можете, кстати, альбомчик наш свежий послушать. Концерт будет из двух частей, из акустической и электрической. И хочу напомнить вам, друзья мои, что я выпустил свой авторский видеокурс «Как стать гидом». Очень короткий, очень емкий, очень внятный. Если вам это интересно, я размещу конкретно смотрел тут очередную серию сериала «Мюнч» на французском языке. Я смотрю сейчас пока второй сезон, и там, значит, она передразнивает несчастного Заику. Но не потому, что она это хочет, так непроизвольно. Ссылку на статью в блоге на моем сайте прямо там вы найдете. Это все, что я вам хотел сегодня сказать. Читайте классику, читайте внимательно, читайте между строк. Много чего поймете, много чего узнаете. Не факт, что это вам доставит прямо 100% эстетическое удовольствие, потому что Гончарова читать — это большой труд. Но вот Тургенев по Байчи пишет. Я надеюсь, следующий выпуск я сделаю про него, а может быть, еще про кого-нибудь там на очереди. Салтыков-Щедрин, Некрасов, Достоевский и так далее, и так далее. Да, и Толстой, кстати. Он тоже в Петербурге бывал, и тоже есть адреса с ним связанные. На этом все. Комментарии туда. Увидимся онлайн и офлайн. Приходите. Пока.